Всем привет! Сегодня будем запекать курицу в рукаве. Для приготовления курица у меня 2-килограммовая, можно взять меньше. Чеснок 4-5 зубчиков, лимон, соль, куркума, перец черный. Курицу моем, чистим чеснок. Отправляем под пресс и выдавливаем в миску. Сюда же добавляем 1/2 столовой ложки соли. Перец по вкусу. В миску выдавливаем сок 1/3 лимона. Все перемешиваем. С курицы срезаем лишнюю кожу и заднюю часть. Полученной смесью натираем курицу. Поверх посыпаем куркумой. Курицу укутываем и отправляем в холодильник от 2 часов мариноваться. Когда курица промариновалась, достаем ее. Помещаем в пакет для запекания. Укладываем в противень и наливаем на 1/3 водой. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов. Время закладывается из расчета 15-20 минут на 0,5 килограмма курицы. Моя запекалась в духовке 1,5 часа. К сожалению, прекрасных кадров золотистой курицы в полном объеме нет. Золотистая. Сочная, отходящая от костей курица, готова. Спасибо, что были со мной и посмотрели это видео. Я с вами прощаюсь, до новых встреч!